Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Так, давайте осветлим противобликовую, антибликовую черную полосу таким же точно образом, добавлением в черную краску белой. Только единственное, поменьше. Очень мало нам ее тут надо. Попробую сейчас соблюсти пропорции на очень маленьких количествах. Получится, не получится, не знаю. В маленьких количествах очень трудно соблюдать пропорции. Так, что у нас получилось? Ничего не получилось. Еще белого добавим. Бликует, конечно, и не видно, но
Осветление есть. На матовом будет видней. Так, и теперь нам надо подкрасить в радиопрозрачный зеленый хвостик. Замаскируем. Так, и вот еще у нас вот здесь вот должны быть тоже маленькие зелененькие колпачки. На месте, что ли, давайте вырежем их. Так, посмотрю, как оно выглядит. Может, конечно, проще их вручную подрисовать. Пока не понял. Да. Ерунда. Получилось. Еще раз пробуем.
Что вторую не делать? Сейчас с одной стороны вначале закрасим, потом со второй. Как я придумал. Так, это у нас вот так вот было. Это вот зад, значит, вот так вот мы ее клеим. Ну, а другое дело. Так, вот, и теперь ничего не мешает нам покрыть его лаком. Вначале закроем низ, потом перевернем, закроем вверх. Thank you.
Добавим футуры. Так, ну, надеюсь, ничего не пропустил. Пусть сохнет. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.